Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Все мы знаем, как тяжело сажать мелкие семена. И сегодня я хочу вам рассказать о способах посева мелких семян. Их несколько. Начну с самого такого срочного, поскольку у меня посев семян со снегом. Сажать я сегодня буду алисом. Вот я в емкость насыпала грунт, его примяла. Теперь сверху я кладу снег, раскладываю снег. Снег у нас в этом году в дефиците ужасно. Вот такой белый, красивый снег. Сверху этого снега я буду раскладывать семена. Снег будет таять и постепенно затянет мелкие семена в почву. И одновременно будет происходить еще и закалка, и стратификация семян. Вот так ровненько я насыпала снег. Его хорошо видно, где подложить еще. Вот так. Теперь я это в сторонку откладываю. Высыпаю семена алисума на бумажку. На сухую бумажку. И вот так аккуратненько, не торопясь, постукивая по руке или по бумажке, ведь эти семена очень равномерно рассыпаются по слою снега. Вот так поверну, чтобы они в другую сторону. Вот таким образом у меня семена распределяются по снегу. Все. Это я откладываю. Закрываю свою емкость крышечкой и отставляю в сторонку. Здесь у меня подписано снег. Потом я сравню, каким же образом семена лучше прорастают. Еще один способ посева семян. Вот у меня контейнерочек пластмассовый, я насыпала сюда грунт, все аккуратненько, пальчиками размяла все комочки, примяла этот грунт. И теперь буду сеять тоже семена алисума. Сеять я их буду на туалетную бумагу или на салфетку, обычной салфетки. Вот так вот я кладу салфетку на почву. Дальше я опять на бумажку высыпаю семена алисума и аккуратненько вот так постукивая по своей руке. Надо, чтобы тут все ровно было, поверхность была ровная. Рассыпаю семена алисума, распределяю по туалетной бумаге. Немножечко плохо видно, если было бы семена какого-то другого растения, черненькое было бы лучше видно. Вот у меня равномерно распределены по салфетке все семена. Теперь я опрыскиваю очень аккуратно бумажку. Она намокает. Так, что-то мне тут не пшикается. Вот так вот я смачиваю всю бумажку. И семена у меня прорастут. Еще один способ. Это посев при помощи шприца. Вот у меня такой шприц. Предварительно семена я замочила. Если семена будут не замоченные, не набухшие, не намоченные, они у вас будут плавать на поверхности. А мне нужны семена, которые уже разбухли. Где-то вот час они у меня пролежали. И я в шприц набираю эти семена вместе с водой. На почве я сделала вот такие вот бороздочки. Вот они у меня, бороздки.
и аккуратно шприцом, вот плохо я левша, загораживать буду, я выдавливаю, правда, не очень неудобно, вот эти семена вместе с водой. Вот еще на вторую полоску я набираю семена, вот они на дне, вместе с водой, шприц. Вот они там плавают, и сразу они оседают на дно, и в первую очередь вместе с водой они у меня выливаются на почву. Если бы они были сухие, они бы плавали. Воду бы я выдавила, а семена остались в шприце. Вот я сейчас сниму, чтобы было хорошо видно. Вот они у меня выскакивают. Вот они практически равномерно распределяются по почве. Дальше я их немножечко присыплю вот краешком. Чуть-чуть можно просто оставить. Чуть-чуть я разровняю семена. И еще один способ посадки семян по трафаретке. Вот я вырезала из бумаги вот такую трафаретку. Кладу ее на почву. Точно так же насыпаю на бумажку свои семена. Теперь на бумажку я рассыпаю вот так вот семена, не в дырочки, а на бумажку. Вот этот способ, он еще чем хорош? Я уже не буду пикировать сеянцы, а буду их рассаживать кучками. Теперь я беру кисточку, кисточка косметическая, и в эту кисточку, этой кисточкой по несколько штучек я загоняю семена алисума. Вот так вот. По несколько, буквально 3-4 штучки. Они у меня взойдут такими вот кучками. И уже эту кучку, не по одному растеницу сеянцу, а по 3-4 я уже буду в дальнейшем пикировать. Немножко у меня остались лишние. Я их высыплю, мне они не нужны. И тоже так же я, поскольку почва у меня была сухая, немножко водичкой вспрысну эту почву. Такую небольшую влажность будет создана у меня тут вот в этом контейнерочке. Поливать я уже не буду. Растеницы у меня будут, семена у меня будут прорастать, корешочек появится. И когда уже появится небольшой сеянец, я коробочку в эту сниму. Вот так я закрываю контейнер и ставлю в теплое, светлое место на проращивание. Вот и такие способы посева мелких семян я вам сегодня показала. До встречи на моем канале. Если вам видео понравится, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. До встречи на канале с Ольгой на 6 сотках.